Повреждение на трубопроводе в 600 миллиметров произошло около 11 часов утра. Из-за этого в 14 многоквартирных домах снизили параметры горячего водоснабжения и отопления. В связи с понижением температуры наружного воздуха поднимаются параметры теплоносителя, и, соответственно, в связи с этим возникает температурное расширение трубопроводов и, возможно, возникновение дефектов. Полностью готовы к проведению работы на пониженных температурах. Техники достаточно, персонал подготовлен. В некомфортных условиях работают и 6 социальных учреждений. Но энергетики утверждают, что школы и детские сады Кировского района переподключили к другому теплопроводу временно. Ну, за все время было 2 раза отключали с отопительного сезона. Так что жаловаться не можем, что отопления нет. Ну, вот. Ну, просто очень часто здесь ломается. Ситуацию на контроль взяла прокуратура города. Прокурором города Саратова объявлено предостережение директору филиала Саратовский ПАО «Т+» Шудегову и техническому директору теплоснабжающей организации Кантемирову о необходимости соблюдения сроков проведения данных ремонтных работ. На основании указания прокурора Саратовской области предостерегаю вас, директора филиала Саратовский ПАО «Т+», недопустимости нарушения жилищного законодательства Российской Федерации и разъясняю, что в случае нарушения действующего законодательства вы будете привлечены к установленной законом административной ответственности. Пожалуйста, распишитесь. Работы ведутся в усиленном режиме. По словам энергетиков, ликвидируют ЧП на участке на улице Чапаева в течение этого дня. Полина Попенец, Роман Шульдяев, Саратов 24.